19-22 марш, внедорожное транспортное средство с колесной формулой 4-5 на пневмоколесных движителях верхнего давления, разработанных научно-производственной фирмой «Трэкол». Высокая проходимость, экономический комфорт позволяют данному вездеходу безбедно передвигаться в самых экстремальных условиях для дороги. При этом не повреждают верхние свои почки и растительные покровы, благодаря оригинальной конструкции. ВАЗ 19-22 марш предназначен для перевозки пассажиров и грузов в всех климатических условиях. Глубокий снег, песчаные откосы, водные преграды и непроходимое болотистое место – все это автомобиль. Вездеход марш движение поможет тянется на вездеход, рыбаков и охотников. Он станет надежным другом для тех, кто любит романтику, что открывает новые дороги и преодолевает путь к счастью.